Привет, друзья, с вами Максим. В этом видео я подготовил для вас только лучшие инструменты сайта AliExpress, которые вы точно оцените. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Зажим «Бабочка» для стыковой сварки обеспечивает аккуратную стыковку краев свариваемых деталей практически без зазоров. Установка уровня предусматривает выравнивание по одной линии верхних или нижних поверхностей свариваемых деталей. Гидравлический трубогиб с ручным приводом. Волок позволяет изгибать трубы сечением 32 мм, позволяет изготавливать металлоконструкции с переменными углами сгиба. Можно задать угол сгибания прута до 180 градусов. Полумаска-респиратор. Это удобное в использовании средство для защиты дыхательных путей человека. Изделие является многоразовым. Наличие байонетных устройств крепления фильтра позволяет быстро и легко производить его замену, фиксируя при помощи одного щелчка. Зрительная труба SV-Boni SV-28. Труба имеет кратность от 25 до 75. Есть солнцезащитная бленда, которая позволяет уменьшить блики от солнца и защищает объектив от капель дождя. Предусмотрена и водозащита, и защита от запотевания. Одним словом, к выходам на природу труба полностью готова. Мотомаска. Маска изготовлена из гибкого пластика, стекло из поликарбоната. Стекло потоньше, чем в велоочках, но форму держит. В районе носа расположен воздушный фильтр, по бокам еще два отверстия, закрытых сеткой. Сверху очков тоже есть отверстия для вентиляции, прикрытые поролоном. Титановая кружка с крышкой и складными ручками для удобства использования, изготовленная из титанового материала, легкого и долговечного в использовании. Отлично подходит для домашнего и наружного использования, например, кемпинг, походы и так далее. Кожаные рабочие перчатки. Имеют запас прочности и отлично подходят для защиты рук от механических повреждений на стройке, производстве или в ремонтной мастерской. Для комфорта в работе предусматривается тканевая прокладка. Фонарь Xiaomi FS-101 с линзой из закаленного стекла и двусторонним AR-покрытием, встроенным аккумулятором на 2600 мАч, зумом, встроенной зарядкой по Type-C, в комплекте есть крепление на велосипед или GoPro. В торце фонаря есть мощный магнит. Аккумуляторный лобзик. Компактный и легкий инструмент с малым обхватом рукоятки. Маятниковый ход позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Благодаря встроенной подсветке отлично видна линия реза. Угол наклона пилки можно установить в одном из четырех положений. Сабельная аккумуляторная пила. Имеет те же самые функции, что и их сетевые аналоги. Основной плюс таких инструментов заключается в возможности работать автономно, не требуя постоянного подключения к источнику электрического тока. Кроме того, сабельной пилой с аккумулятором удобнее работать на высоте, так как шнур не мешается и не отвлекает на себя внимание. Мотоперчатки. Незаменимая вещь для любого водителя мотоцикла. Они предохраняют руки от холода и жары, не дают ладоням заболеть асфальтовой болезнью при падениях, укрывают пальцы от хлестких веток при езде в лесу и вообще выполняют массу полезных функций. Маршрутный компьютер SXAT-A205. Можно выставить количество оборотов киловатт двигателя для переключения вверх или скорость движения. Три цифровых показометра настраиваемые. Прибор даже умеет показывать температуру масла. Цифры некоторых показометров меняют свой цвет в зависимости от показаний.
Набор бит Xiaomi Viha. Профессиональная кассета с набором бит и универсальным магнитным держателем. Включает в себя самые необходимые биты при ремонтных и монтажных работах профилей SL, Hex, Philips, Positive и Torx. Набор отверток из 42 предметов Xiaomi Mi Jia Wolf Stick. Качественный и оригинальный набор. Единственный недостаток – отсутствие места в металлическом кейсе для самих отверток-держателей. Для них производителям предусмотрена картонная коробка, что несколько непрактично. Других нареканий набор не вызывает. Индукционная плавильная печь. В сущности, это электрический трансформатор с коротко замкнутой вторичной обмоткой. Материал нагревается под воздействием электрического тока, что позволяет использовать тепло с максимальной эффективностью. Механический инструмент типа крот. Применяется для очистки труб. Крутящими движениями трос вводится в канализационную трубу и продвигается до места образования засора. Далее, в зависимости от типа проблемы, засорение либо проталкивается в магистральный больший трубопровод, либо вытаскивается наружу. Набор щеток для скрубера или шуруповерта. С такими насадками можно будет гораздо быстрее и эффективнее очистить от загрязнений душевые кабины, ванны, плитку, ковры, мебель и многое другое. Беспроводной шуруповерт от компании Васае. Отличается небольшим весом и удобной прорезиненной ручкой. На корпусе находится световой индикатор, показывающий уровень заряда аккумулятора. Можно выбрать на 12, 16 и на 20 вольт. Набор для удаления яда. При укусах ядовитых змей, пауков, пчел и других насекомых в первые минуты после укуса надо удалить как можно большее количество яда из ранок. Такая штука поможет уменьшить последствия укуса насекомого. Будет отличным дополнением к походной аптечке. Пятилучевой лазерный уровень с ротацией на 360 градусов. Делая 4 луча по разным сторонам вертикально и один луч по горизонту. Работает от 3 батареек типа 2А. Такой прибор будет полезен строителям, у которых качество работы зависит от хорошей предварительной разметки. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или WebMoney кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!